Ну а если суммировать все теневые схемы в нашей экономике, то получим 1 триллион гривен. Об этом говорят данные Международной ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Украина входит в пятерку стран с наибольшим объемом теневой экономики. Почти половина от прошлогоднего ВВП нашей страны, 45%, это даже чуть больше 1 триллиона гривен, находится в теневом обороте. Просто сравните. Самые низкие показатели у США и Японии. Там в тени только 7,10% экономики соответственно.